Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, всем привет, это канал Базука, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. В прошлой серии мы, значит, остановились тут на задании, где нужно поговорить с помощниками, или, так сказать, братьями, семьей. Как-то ее зовут-то, я уже забыл-то, а? Господи, как-то я забыл. Ну-ка, задание, давайте посмотрим. Вот, Эвер присоединится к Бирне, не святой отец, Кливу, так, ну, в общем, надо поговорить, значит, вот с Бирной и с Ливой, это друзья там этой тёлки, которая там воительница. Так, мы хотели поговорить сначала... По-моему, с Бирной мы хотели сначала поговорить. Так. Да, вот, к Бирне. А Бирна у нас вот где-то здесь должна быть. Сейчас до нее быстренько доскачем. И узнаем, что там эта Бирна. Говорят, она какая-то психическая. Сейчас узнаем. Так, почему я не еду по дороге-то? Еду как-то странно. Так, видать, она где-то здесь живет, наверное. Да, вот. Волосы и ногти растут, даже если тело остыло. Сама видела. Не может быть. По-твоему, в тех, кто давно умер, еще теплится жизнь? Эйвор, мой могучий друг. Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех? Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Как ты присоединилась к Соме? А, да, Сома, Сома. В Англию раньше. Точно, это же люди Сомы. Надо выяснить, кто ее предал. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, но я-то знаю, что это Лив, скорее всего. Было трудно. Но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслам. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да. И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, с вами тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести, но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин — мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Идти с тобой в битву должно быть весело. Теперь нужно убить стражников, да, видать? Лучше держись подальше. Да, вдруг поставлю тебе синяк. Это нам... Ага, это нам нужно здесь Рейвенсбург зачистить, да, получается? Нападут, как только увидят. Хорошо, минус один. Так, где тут лучше зайти? Может быть, здесь залезть? Удастся? В принципе, да. А чё бы нет? Башка.
Так, а он тут куда-то слез? В смысле, что? Нахрен перебить всех тут. Не получается мне тут потихой как-то играть. Все вместе. Да что со мной, брат? Как он бокс стоит, вообще вот никак не могу у меня понять, как он тут блокировать должен этот удар, а? Так, хорошо. У меня кончились стрелы. Ай-яй-яй-яй. Знаете, стоит вообще не двигается. И все, я здесь, смотри, на. Так, это кто? Нечего собрать. Бьешь сильно, а ступаешь мягко, как по овчине. Я бью не сильно, я бью в цель. Молния тоже, но нежно ее не назвать. Так, о, еще добыча. Ну-ка забрать доспехи охотника, получено сокровище. Ну-ка, что за доспехи, посмотрим. Новые доспехи получили. Доспехи охотника. Так, это у нас получается по волку. Значит, броня 24. Ну посильнее, оно посильнее. Уклонение только поменьше. И установочная мощность 19. Тут 21 у меня стоит сейчас. Так, набор охотника. Урон в дальнем бою временно увеличивается после последовательных попаданий по цели. Дополнительное увеличение скорости. Ладно, пока мы останемся в своем, потому что он у нас еще и прокачан. А этот мы потом посмотрим. Пускай будет, да? Ну-ка, давай, бэм! Бэм, ой-ой-ой. Ну что, спустись? Да что, босс, а? Так, есть еще. Так, еще кого добить, еще кого добить. В кустах прячешься. Но! Не думал, что я тут появлюсь, да? Так, у нас что-то тут еще осталось. У нас осталось еще вот здесь какая-то. Да, вот там еще что-то лежит. С той стороны.
Так. А здесь прохода и нет больше никакого, да? Все закрыто тут получается. Ладно, а здесь нельзя никак попасть. Так, тут еда, еще добыча. Хорошо, руна какая-то выпала. Так, но мы тут, по-моему, весь все дома обыскали. Здесь обыскали, тут обыскали. Тут вроде тоже все просмотрели. Так, да, теперь нам надо вот сюда. Погнали. На, хорош. Так, а этого? Просто завалим его. Так, вроде бы всех завалили. Говорить с Бирной теперь, да? Так, а здесь ничего не пропустили, мы же не здесь зашли, да? Может, что-нибудь валяется? Да нет, вроде бы здесь ничего. Так, вроде бы ничего не пропустили. Ладно, погнали, заберемся здесь еще разочек. Кто там что-нибудь берет? Ладно, там сам разберется уже. Погнали к Бирне, что скажет Бирна. Стрелу подхватим. Что ж, это все. Люблю тишину после резни. Если б не запах дерьма в штанах врагов. Ты славно сражалась, Бирна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэнк. Увидимся в Грентебридже. Так, все, здесь задание выполнено. Единственное, мы так и не смогли сюда попасть. Видимо, заперто с той стороны. Может быть, как-то здесь можно это стрельнуть куда-нибудь. Через верх залезть. Можно попробовать. Нет, здесь заперто. Что-то там прям лежит такое. Блин, вот эти вот загадочки вот всякие такие вот. Вот как вот? Вот как надо допереть, как здесь открыть? Ничего нету. Вот никакого окошечка нет. Нигде не стрельнуть. Найдите ключ от двери. У кого этот ключ? Где этот ключ искать? Кого-то у них должен был этот ключ быть. По идее. Стрела хищника. Так, а где-то тут еще трупачки, мне кажется, не обысканные были. Может, у кого-то из них валялся ключик. Так, это что подобрать? А, вот. Вс,
серебро. Сломанный лук. Ключ от двери, вот. Говорил, что-то не то, где-то ключ пропустил. Вот, теперь можно сюда зайти. Так, что тут, значит, письмо от Вигмунда, Тен Рандвальд, посылаю к тебе небольшой подарок в благодарность за труды. Твои люди прекрасно обучены и жаждут сражаться. Прежде я не видел воинов, которые горели бы большим желанием вернуть то, что принадлежит им по праву, а затем защищать это. Твоя преданность безусловна, и я знаю, что всегда смогу положиться на тебя. Победа будет за нами, видно. Ага, конечно, победа за нами. Новая способность — рывок с броском. Ну, не зря я кличку нашел, не зря мы сюда пришли. Способность — это хорошо. Можно, кстати, глянуть, что там за способность. Так, способности. Так, новая способность. Узрите мою мощь. Приз получен. Рывок с броском. О, нифига, удержите R2, чтобы рывок был непрерывным. Во время рывка коснитесь любого врага, чтобы схватить и поднять его. Сбрасывайте захватывающих врагов с обрыва или швыряйте в стену, чтобы нанести дополнительный урон. Ух, прикольно. Хорошо, то есть у нас теперь там, значит, способности все заполнены справа, а слева еще не все. Так, у нас тут очки навыков еще есть, аж 4 штуки. Смена рук. Это не нужно. Здесь что? Ярость берсерка. Да, мы вот хотели увеличить адреналин. Ярость берсерка. Урон ближнего боя. Давайте ярость берсерка возьмем. В следующий раз возьмем ярость берсерка. Сражайтесь и ни о чем не думайте. Первый удар противника не будет влиять на частично заполнить чек адреналина. Во. Смотри, хорошо как, а? Надо будет воина немного тут покачать. В разные стороны разойтись. Урон от парирования еще можно вот вкачать. Тоже неплохо было бы. Демон адреналина усиливает урон. Превосходная тряпка. Тоже можно. Но урон надо покачаться, потому что чаще всего-то мы, получается, легкие атаки делаем топором. Или сильные атаки, когда нужно быстрее противника убить. Так, хорошо. Следующее задание у нас не святой отец, поговорить с Ливом. А Лив у нас где? Ага. В принципе, недалеко. Да? А тут еще что-то где-то собрать-то можно поблизости? Вот тут какая-то фигня. И тут что-то такое. Давайте вот сюда заедем, посмотрим, что это все равно по дороге. И как раз узнаем, что это там такое, да? Так, тут как-то можно, по-моему, по-быстрому будет спуститься. Ну да. Есть. Оп. Конь. Поехали. На этих местах лежит проклятие. Надеюсь, и уничтожьте его источник. О, да это надо куда-то вниз спускаться нам. Искать источник. Источник, откуда идет проклятие.
давай найдем. Все тайное становится явью. Сейчас разгадаем. Где у нас тут? А вон источник. Как, в смысле? Проклятый символ уничтожен. Запачканная кровью записка. Воден, вызываю к тебе. Я воздвигаю жерди, поворачиваю в сторону данов. Пусть при виде этих жердей их глаза гниют. Пусть от запаха этих жердей их легкие сгорят. Пусть при мысли об этих жердях их внутренности выпадут. Пусть данные уплывут назад в свои проклятия. Тут уже кто-то нас... Кто-то колдует, чтобы мы покинули эти земли, да? Да хрен вам пачку. Пока мы тут все не захватим. Блин, так это ж кто-то корову замесил. Офигеть. Ну жесть вообще. Во, люди просто. Не люди какие-то. Бедную корову замочили. Ни за что, ни про что. Так, хорошо, разгадали загадочку, она была несложной. Тут немного металл пособирались по дороге. Так, где там? Ошич, иди. А то тут люди, звери какие-то. Не люди, а звери живут. Ты куда ты все это? Ну поехали. Вы бежали бы отсюда, корова. А то тут убивают, в жертву приносят вас. Так, ну где тут? Где лифт? Лифт черноплодец или как он там? Смутит воду хуже всякой бури. Пора положить конец его лжи. Ты водил сюда в бурю? Да неужели? Эйвор, прекрасная погода, да? Сама сказала, что ты здесь, Лив. Что ты задумал? Избавиться от священника, что всюду славит Вигмунда, и охотно платит ему десятину. Сделаем так. Подкрадемся, убьем священника и вернемся к Соме. Вигмунд придет в ярость. Как ты присоединился к Соме? Мы приплыли в Англию вместе, под знаменем Гутрума. Нас назвали Великой Летней Армией. Гутрум собрался в Уэссекс, и Сома вызвалась быть ярлом. А мне не хватило смелости. Что бы ты делал, будучи ярлом Грентабриджа? Я бы правил по-своему. Придавая меньше значения словам Бирна и Галина. Не доверяешь им? Дело не в этом. Просто Бирна увязла в грязи, а Галин витает в облаках. Если бы нам всем грозила гибель, боюсь, они бы оказались бессильны перед ней. Гутрум сделал Сому Ярлскона и Грента Бриджа на твоих глазах. Ты был этому рад? Соме повезло. Едва она взялась за дело, город начал богатеть, а люди танцевать. Она умница. Жаль, что мне самому не хватило смелости взять благородное бремя управления городом на себя. Но это не важно. Сома – моя Ярлскона, и я верен ей. Ни один бог не изменит этого. Расскажи, что нужно, чтобы строить корабли? Терпение и любовь. Я знаю каждое наше судно как свое дитя. Но нужны и деньги. Дерево, ткань и дорогие краски. К примеру, желтая, ее привозят издалека. Этот цвет приносит удачу. Думаю, поэтому мою краску украли пару недель назад. Воры, чтобы. Спасибо, Лив. Что ж, теперь убьем человека Вигмунда. Точно, точно. Пес Вигмунда ждет свою награду. Мои воины будут отвлекать саксов у ворот, а мы найдем священника. Ха. Так, теперь что? Куда нам надо идти? Ага.
Все, я понял. Надо зачистить теперь вот это, да, городишко? Или как это, не городишко? Деревушка. Так, погнали. Нападем. Найдите, убейте священника. Значит, нужно искать священника. Так, надо сразу что-то это собирать, не пропустить ничего. Где-то здесь есть что-то, где-то здесь есть что-то. Где-то здесь есть что-то. Так, а здесь где-то внутри дома что-то есть. Стену, да? Вот так это делается. Так, где-то здесь что-то нужно было собрать. Да, вот добыча. Здесь заперта, найдите ключ от двери. Так а мне зачем он уже? Мне не нужен, я уже тут все собрал. Так, во, у этого что-то есть. Сокровище паучное. О, брусок угля, это хорошо. Так, там добьют. Во имя Христа! Так, ну-ка тут не смей убивать никого, а. Взять ключ. Э, это кто? А, чтобы выпить, выйдите из боя. А, я понял. Так, хорошо. Обойдем врага. Пусть тебя черви жрут. О, это наш тут погибает, да? Давай поднимем его. Давай, братан, вставай. Минус голова, хедшот, дабл килл. Ну-ка, вместе! Победи во славу Господа!
За мной! Да что вас, а? Чего ж так тут много-то? Ох, троих сразу отразил, смотри, три сразу, да? На, получай, на, гад. На, бля, гандон. Ну, красотки. Все хорошо. Так, кто еще? Есть кто? О, еще ты давай. Ну-ка, давай вон тебя попробуем-то. Ну. Блин, я хочу выкинуть куда-нибудь. Не хочу об стену бить, что-то не получается. Так, хорош, где еще люди? О! Хорош, все, готов. Вау, еще книга. Огненная ловушка. Ну-ка посмотрим, что за огненная ловушка. Так, ну. Огненная ловушка закрепляет на стреле небольшой мешочек, из которого при ударе рассыпается особенный порошок. Любое движение рядом с местом попадания заставляет порошок усугубиться. Удивите прохожих. Ага. Понятно. Типа мина, короче. Письмо от Вигмунда. Отец Кутберт, благодарю тебя за помощь. Признаю, твои ученики очаровали меня. Они отличаются невероятным послушанием, залог которого, полагаю, стали твои мудрые наставления. Прошу, продолжай посылать мне столь же бойских юношей. Крайне приятно беседовать с теми, кому так интересно узнать об ордене древних, тех, кто готов поспособствовать достижению нашей великой цели, смогут много достичь. Так. Как мне кажется, все-таки вот этот вот Лив, он-то и есть предатель. Тут какой-то орден. Туда-сюда. Здесь, может, неспроста все это какое-то нападение тоже сделано. Как по мне, так скорее всего. Так, смотрим по карте, что у нас тут еще где-то не собрано. В одном только единственном месте. Это вон там вон. Вон там вон. Так, здесь дверь нельзя открыть, да? Вон, перелезем, не беда. Мы же Ямакаси, ну-ка давай. Прыжок, еще прыжок. Оба! Немного повредились, но ничего. Так, что, все живы, пацаны? Добычу забрать. Так, хорошо, тут тоже все пособираем, что тут есть. Все, и обворуем тут всех. Здесь тоже украдем. Так, покиньте Олден. Олден это тут, да? А, ну вон, поехали, да тут доедем. Как раз заодно мы как бы и Олден покинем. Так, как его тут проще покинуть? Можно здесь где-то спрыгнуть. А вы что тут разбегались-то? Вы что? Туда-сюда что-то. Носится туда-сюда. Мягкая посадка. Поговорить с Ливом. Подожди, сейчас успеем поговорить. Давай сначала посмотрим, что тут. Пока раз мы тут близко. Может быть, что-то интересное. Или что-нибудь полезное. Как даст тумака, и все. Одного хватает. Его кулак много встречал дураков. Весь в шрамах и запекшейся крови. Одна? О, это такой мощный тумак. Что за драк? Что это за тумак такой, малышня? Нашего дедушки. И смотри осторожнее, а то схлопочешь. Думаю, даже его тумак меня не свалит. Сколько трусов так говорили. Пока не получили. Один тумак. Бац! Смертоносней, чем прыжок волка. Что ж, я не прочь увидеть этот тумак. Ха! Сейчас судьба настигнет тебя. Дедушка, тут еще кое-кто хочет твоих тумаков. Здравствуй.
Да, я наделен невероятной силой, но об этом не стоит говорить. Если ты воин, выпьем меда у очага, Дрэнк. Поговорим о сражениях и поделимся мудростью. Ты ищешь мудрости? Не становись героем, как я. Эти тумаки — мое проклятие. Твои внуки и твое спокойствие пробудили мое любопытство. О, умоляю, если я верно понимаю, куда ты клонишь, не стоит. Ха, лучше уходи, пока тебе нос не разбили в кашу. Дети, прекратите сейчас же. Я этого не хочу. Так, я хочу я получить хочу тумак. Получить этот тумак. Выдержат ли его мои кулаки? О, боюсь, нам обоим это не понравится. Давай уже, дедуля, я где там твои тумаки? Я так устал. Ну? Дедуля, ты смотри, не против. Ой, не промах. Не фига ума! Как обещано, победа за мной и моим тумаком. О, снова победа. Боже, за что? Приходи, если захочешь еще раз испытать мою силу. Я-то точно не хочу. Нифига у него тумак, я аж отлетел. Хорошо, мы как-нибудь к тебе вернемся. Ха-ха, тумак. Можем еще, конечно, попробовать разочек. Я вернулся. Ясно. Ты верно хочешь получить мой тумак? Давай свой тумак. Я тебе сейчас свой дам тумак. Я хочу получить этот твой тумак. Печальное событие. Береги-ка зубы. Ну-ка давай, давай еще тумак. Ну, давай. А, я так устал. Да ну нет, тут невозможно. Он один удар делает, получается, и все. Надо, ладно, силу копить. Кашу побольше есть, чтобы тумак его перебить. Так, скакун. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ну не. Куда ты со мной хочешь сражаться? Не, я не хочу, подожди, нам все рано. Я не хочу сражаться. Да, ну, конечно, да. Вот сейчас только мне с тобой сражаться. Только надо от него убежать. Не сбежишь. Как-то скрыться от него. Нам еще рано с ним, но он красный весь. У меня мощи столько нет, чтобы с ним сражаться. Они тут уже возобновились, как противник скажи, а? И что ж такое-то? Так, куда он делся-то хоть? О, он там стоит, блин. Yeah.
Что там происходит? Блин, и как мне подойти-то поговорить с ним? Придется, видимо, умереть. Он мне не даст с ним поговорить. И этот стоит, придурок, вообще даже не двигается. Хоть бы дал ему разочек. Не, ну это все, это конец. У меня даже просто мощнейшие удары и просто малейший урон. У него один удар снимает мне просто пол хп снимает мне один удар. Вот. Ну и что мне с ним делать? Мне лечиться больше нечего. Но... ну и все. Вообще идиотизм какой-то. Не, он еще особенно главное встал, я теперь задание не могу закончить. Ладно, загрузится последний контроль точка. Славный удар. Мы быстро управились. Да, верно. Теперь я знаю, что ты ценный союзник. Увидимся в Грэнтебридже. Твоя помощь, Сюнин.
Ездить научись! Я вам ничего не скажу! Ничего! Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонта. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Уолденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручища. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка. Можно накормить целую семью. Вспорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Или! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его, и пусть сгниет. Проклятые даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Он же христианин. Вигмунд на острове Или. Я сообщу об этом Соме. Эйвор, что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Или. Среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснил? Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь – опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Бирна выпивала в длинном доме, когда на город напали. Есть свидетели.
Не похоже, что она ожидала нападения. Раньше Бирна тайком возила товары и едва ли жила честно. Даже у людей из самых низов есть честь. Даны знают это лучше других. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Лив недоволен тем, как ты правишь городом. При мне город процветает, как и гавань, где стоят его дракары. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. У стапелей я нашел пустую бадью из-под желтой краски. В ночь нападения такой краской красили дракар. Странно красить корабли в такой час. Но ведь это ремесло, Лива. Галин ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения, как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галину, важен для него. Так. Ну что тут дальше? Галин сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. Я нашел много следов у потайного хода. Там же был тот, кто предал тебя, отметил потайной ход, и тем самым... Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Лив. Ты уверен? В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Лив. Ты предал меня, Лив. Сома, это ложь. Настоящий мужчина может обуздать зависть. Иначе его ждут крах и безумие. Ну а ты? Все наши павшие воины. Все они мертвы лишь потому, что ты думал только о себе. Сома, я служу лишь тебе. Я никогда бы не предал свой клан и свою семью. Я человек честный. И гордый. Мы потеряли тебя прежде, чем я обнажила свой клинок. Убрать его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Да, мы разобьем лагерь жалко. На острове Или. Ждем тебя там. Мне кажется, я сделал неправильный выбор.
На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Кто хочет состязания? Так, хорошо. Здесь, наверное, мы и остановимся. Значит, всем спасибо за внимание. Ставим комментарии, ставим лайки. Всем пока.